Мэрия Магадана передала выставочный зал спорткомплекса «Металлисты» Русскому географическому обществу. Вручение помещения провел глава города Юрий Гришан. Зал на первом этаже спорткомплекса уже используют как выставку фотографий «Россия. Полет через века». По словам градоначальника, событие передачи помещения очень важно для нашего города. Магаданцы смогут бесплатно полюбоваться выставками фотографий исторически значимыми экспонатами. Тем самым повысится интерес и развитие туризма в Магаданской области. Мы предоставили помещение вам культурно-спортивного комплекса «Металлист». Это первый шаг. Я знаю, что будет и выставочный материал совершенствоваться, и подсветки сделаете, и фотографии будут добавляться, и будут какие-то экспонаты добавляться. Территория там большая. Мы вам предоставляем безвозмездное право пользования новым залом. Я надеюсь, что вы там первыми проведете мероприятие. Городские власти не первый год идут навстречу Русскому географическому обществу. Минувшим летом совместно проводились выставки в парке «Маяк» с фотографиями местных и всероссийских фотохудожников. Теперь мероприятие можно проводить на постоянной основе. Сегодняшнее мероприятие – это не просто соглашение. Мы получили, или так, создали вместе с городскими властями галерею для города, для области. И хоть она и называется «Галерея Русского географического общества». Это помещение, которое мы совместно с городом договорились использовать именно в направлении просвещения, проведения постоянно действующих выставок, будет меняться экспозиция, будет что-то добавляться, меняться. Но самое главное, что люди получат возможность приходить и видеть то, что до них хотят донести, и эта возможность у них появится вживую. Кроме творческих композиций, в планах на будущее установить в зале скалодром для детей. Таким образом, малышей привлекут к спорту, а на выходе сформируется потенциал развития туристического скалолазания на территории Магаданской области.